Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по майнеру NextMine. Буду я его сегодня проверять на вывод. Вчера я в него вечером зашла. Закинула я сюда 20 рублей, плюс бонус 10 рублей, того 30 рублей. Так, давайте зайду сюда собрать. Еще 14 копеек. Собрать. Я собрала, нажимаю вкладочку «Вывести». 2 рубля 43. Надо, обращаю внимание, сейчас бы нажала «Вывести», мне бы написали «Недостаточно средств». Ставлю циферку 3, 2.43, ПР прописан, нажимаю «Вывести». Минимальный вывод 1 рубль 10 копеек, почему-то так. Так, выплата на ПР, обработка, выплата автоматически. Так, деньги успешно переведены. Так, давайте пойдем на кошелек, перезагрузить. 2.35, Pair у нас берет комиссию. 26 июля перевод выполнен, 2.35. Выплата пользователю, мой номер кошелька, проект NextMine сайт. И оставить отзыв в Telegram. Telegram. Ладно, ну все. Вот здесь профиль нажимаю, баланс мой должен обнулиться. Проект платит. На данный момент у меня все майнеры мои рабочие. У меня вот этот рабочий ординат, потом кэшмайнинг. Вот я с него сегодня выводила, друзья. Но я уже видео и не пишу, как бы, по ним. Вот, 40 центов я вывела. Вот кэшмайнинг онлайн. Далее у меня рабочий еще airmining.ru. Также я вчера с него выводила, сегодня мне еще время не пришло, 21 рубль я с него вчера вывела, от airmining.ru 25 числа. Также работает, платит, потом вот этот Grema Spice также платит, я с него сегодня я с него вывела, и я вчера выводила, вот 9.98 Grema Spice. Это 26 число. И вот 25. Подождите, запутаюсь. Так, и вот Grema Spice 25. Также вот он работает. Пока работают. Вот этот Баттермания. Ну и вот этот свеженький. Я вчера в него зашла. Тоже я проверила на вывод. Слава богу, пока все платят. Вот. Как долго они проработают, я понятия не имею. Ну и также здесь в чат можно задавать вопросы. Как видим, иностранцев здесь много. Всем удачи. До новых встреч.